До дня города, который у нас, напомню, тем, кто не знал, тем, кто говорят про этот город. Напомню, день города у нас 22 мая. Так вот, до дня города в Бельце поступят 7 новых троллейбусов из тех 22. И я поздравляю бельчан и тех, кто разделяет мою принципиальную позицию о том, что мы не намерены переплачивать, как это кто-то хотел. Напомню, по 20 тысяч евро за каждый троллейбус. Поэтому мы твердо стояли на нашей принципиальной позиции. Троллейбусы должны прийти в город по контрактной цене. То бишь по 241 700 евро. Так они и поступят. Вне зависимости от того, как хотели некоторые наши муниципальные советники. Напомню, на последнее заседание муниципального совета муниципальный советник Кристина Краевская даже внесла один какой-то документ. Не знаю, если она вообще сама в нем разобралась. Настаивая, я так понял, что чтобы город заплатил еще по 20 тысяч за троллейбус. Я говорил раньше, повторяю сегодня мою твердую позицию. Нам есть куда потратить 500 000 евро. Эти советники хотели, чтобы мы эти 500 000 евро потратили еще дополнительно к той контрактной цене на троллейбусы. И я сказал, что я не подпишу такую бумагу. Потому что такая бумага, на которой настаивали эти советники, является невыгодной городу и идет вразрез с интересами горожан. И я не намерен тратить деньги впустую. Если кто-то где-то в чем-то подписался под этими обязательствами, пусть отвечает за них, пусть выйдет на центральную площадь и расскажет всем, как хотели ограбить бельчан. Я не позволю это делать. Поэтому недели ранее мы говорили также и с руководителем торгового дома «Литан» украинского, в котором он сказал мне и пообещал, что до 1 июля в Бельце поступят 22 троллейбуса по контрактной цене, то бишь по 241 700 евро. Так, как настаивал я.